Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в финалочку на сервере Ordinary Play, Центральный округ. Мы здесь Кирилл Путболови. Не забывайте вводить маник по регистрации. И что ж, сегодня у нас в принципе новая серичка. И сегодня мы пойдем в казино для того, чтобы поднять баблишко. Потому что у меня всего лишь есть 500 тысяч, и мне нужны бабосики. Я думаю, всем они в принципе нужны, поэтому это неудивительно. И попытаемся сегодня поднять деньги именно в казино. Потому что этот ебаный дом, который я купил давно, за 30 миллионов, его сейчас максимум можно продать за в 13-14, и он вообще мне не несет ни хрена никакой прибыли. Кстати, а где мои все черепахи и так далее? Надо будет их посадить, чтобы хоть какие-то деньги потом у меня были, как бы. А нет, же такие сомы, пацаны, здесь есть. Черепах не было, а вот сомик здесь есть. Сейчас я его возьму и посажу еще другого. Чтобы если я проиграю с деньги в казино, чтобы мне было где взять хотя бы деньги на оплату этого ебаного дома. Извиняюсь за мат, вы просили меня, чтобы я меньше матерился. Я постараюсь, пацаны, просто понимаете, это на эмоциях. Я не специально матерюсь, это чисто мои такие эмоции. Я их так выражаю иногда. Фух, все, наконец-то я посадил. Вот, черепашки есть. Сейчас сома, наверное, продадим. Но он стоит 1011, поэтому смысла в нем нету. Кстати, надо будет Эссу забрать. Ее больше возле башни Старкина припарковал. Как-то ездил на дерби, чтобы, если будет РВС, чтобы тачка осталась там, и я мог куда-то уехать. Но я ее забыл забрать, поэтому сейчас мы поедем на Чирония. Ну, а Теслу я уже когда-то потом заберу. Так, у нас нету топлива, отлично. Так, пишем филкар. Все, теперь есть бензин. Зря я канистры всегда покупаю, потому что бывает такая ситуация, что нету бензина. И вот, в принципе, одна из них была только что перед вами. Вот на самом деле очень хочется затюнить все свои тачки, именно поэтому мне нужны деньги. Я хочу на Chiron винил поставить, там, на BMW, чтобы мои тачки выделялись и были симпатичными такими, камуфляжи на десочках и так далее. Но денег у меня как бы нету, и поэтому приходится ехать в казино. Это единственный шанс поднять быстро денег, ну, либо быстро их слить. Я думаю, все это прекрасно знают и понимают. Кстати, надо будет похавать, заехать, потому что, видите, у меня сейчас ХП уменьшается, и нужно срочно этим заняться. Все, я поел, но ХП, я думаю, не буду ехать в Больку, восстанавливать его. Лучше потом этим займемся, потому что... Ну зачем мне сейчас ХП много? Все-таки мы в казино едем, я думаю, ХП нам не понадобится. Вот удача реально нам понадобится. Все, пацаны, когда я иду в казино, я продолжу. Блин, чувак у меня просит машину, давайте, ладно, ему дадим тачку, хрен с ним, в принципе, пусть едет. Мне, в принципе, она не нужна будет. Здесь мы сейчас не сольем все бабки в казино, правда, там мало бензина, но, надеюсь, он ее заправит, потому что я забыл это сделать. Ну, в принципе, неважно. Все, идем сюда и меняем наши фишки. Так, убираем 5000 фиш, пацаны, это все мои деньги просто. Все свои деньги я сейчас потрачу в казино. Либо я подниму, либо солью. И, пацаны, давайте поактивнее, потому что Родина в последнее время собирает мало просмотров и лайков, ну, хотя я стараюсь, и я уже снял здесь более 200 серий. Поэтому, пацаны, обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал. Так, ладно, не будем, в принципе, томить. Давайте сыграем и надеюсь, что я выиграю. Я выиграл 5000, пацаны. Я 5000 просто выиграл. Изи, просто изи. Я только что выиграл 5000 фишек. Так, еще на 5000 фишек он предлагает поиграть. Ну, давайте попробуем, ладно. А, я не успел. Ну, в принципе, ладно, ничего страшного. Так, троем. Давайте троем сыграем. 5,5 у него выпало. Вот так, у него 5,2. Пожалуйста, пожалуйста. И у меня выпадает что? 4,5. И кто победил? Блять, я проебал. Так, основа у меня остается 5000 фишек всего лишь, пацаны. Играем просто на грани, на все бабки. Так, обратно 5000 фишек. 4,1. Пожалуйста, пусть у меня больше выпадет. 2,6. Я выиграл? Есть. Так, фух, отбили наши 5000. Это уже хорошо. Уйди лучше. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Он пишет, уйди лучше. Нет, спасибо, не хочу уходить. Так, играем на 1500 с чуваком. Сейчас посмотрим, кто из нас... А, это на троих он хочет поиграть. Ну ладно, давайте на троих. Я просто не видел, что на троих. Ну давайте подождем, пока кто-то еще присоединится. Так, вот началось 4-4. У меня выпадает 5-1. И я проебал. 6-6 чувака. Да, он выиграл. Ну, ладно, давайте еще поиграем. На 5000. Давайте на двоих. Давайте на двоих. Не успел. Так, 5000 на троих. Ну, такое рискованно, конечно. Реально очень рискованно, поэтому... Хотя, блин, не успел тоже. Хотел рискнуть, но не успел. Может быть, это и хорошо. Так, 5000 на двоих. 5,4. У меня 5,1. Блять, я проебал. Я просто проебал. У меня осталось 3,5 фишек, пацаны. Окей, так, нету. Давайте, может, свою ставку сделаем. Так, я создал 3,5 тысячи фишек вдвоем. И сейчас буду ждать, пока кто-то ко мне присоединится. Так, 3,4 у меня выпало, у чувака выпадает 1,4. Я выиграл. Фух, отлично, отлично. Так, играем дальше. Так, играем с чуваком вдвоем. У него выпало 1,1. У меня выпало 4,3. Изи 5000, пацаны, просто изи. Давайте посмотрим, сколько у меня фишек уже есть. У меня уже есть 12 тысяч фишек. 12 тысяч фишек, это лям 200. Ну, давайте еще поиграем, хотя я уже в плюсе, но... Давайте, может быть, еще поднимем денег. Так, играем 1500 втроем. 6,1. У меня выпадает 2,3. Ну, ладно.
хоть не на 5000 сыграл. Хорошо, я проебал, в принципе, ладно, играем дальше. Так, играем на косарик на двоих. Так, 2.2 у него выпало, у меня выпадает 2.1. Я проебал. Так, минус косарик, все, блин, надо играть, пацаны, уже по-крупному. На 2000 давайте. Сыграем, 2.2, и у меня выпадает 2.6. Отлично, я выиграл. Так, 5000 даем, пацаны, 5.5, у меня выпадает 3.6. И он победил. Ну, такое. Так, играем на 5000 вдвоем, 3.4 у него выпадает, у меня выпадает 5.6. Я выиграл. Отлично, так. Деньги что-то туда-сюда, пацаны, прыгают, но надеюсь, все-таки я не солью до нуля. Так, снова 5000 вдвоем, 2.3 у него выпадает, у меня выпадает 6.6. Я победил. Фух, пацаны, это как-то потненько, знаете, такое себе, конечно. Так, у меня же 1600, пацаны, все, я думаю, стоит уходить, потому что нужно вовремя всегда останавливаться. Я поднял, пацаны, лям, даже больше, лям 100 я поднял, в принципе, и поэтому, я думаю, стоит уйти. Все, я забрал все фишки, которые у меня были, у меня получается лям 650. Я думаю, это неплохой, знаете, такой, неплохая такая сумма, я поднялся довольно-таки неплохо. Лям 100, я думаю, это довольно-таки нормально. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright.